Приветствую! С вами Елена Литвиненко, актриса, видеограф. Хочу пригласить на свой новый курс вас, дорогие мои коллеги, которые на сегодняшний день в своем дистанционном обучении пока что еще не используют видеообращение, видеовыступление и выступление онлайн. Ну, для этого наверняка есть какие-то причины, а возможно, есть какие-то страхи, неуверенность. Может быть, вы не понимаете каких-то тонкостей технического характера. Или, может быть, не нравитесь себе в кадре, вам не нравится ваш голос, звучание. Однако вы, как человек, который чему-то обучает, прекрасно понимаете, что базовые навыки может освоить каждый. Особенно, если осваивать их постепенно, маленькими порциями, все время делать какие-то тестовые задания и получать обратную связь, то разумеется, что к концу месяца результат неотвратим. И вы свободно сможете держаться перед камерой, говорить, проводить онлайн-мероприятия. Скорее принимайте решение, и мы достигнем желаемого вами результата вместе.